игру под названием «Бесконечное лето», а именно проходить моды для этой игры. Сегодня у нас будет такой мод под названием «Re-I-Do-Not-Hip». Да, вот так вот. О чем это, естественно, в душе не ебу, но вроде мод большой. Довольно-таки. И вроде даже несколько концовок имеется. Информация. О, прикольненько. Ой, ебать, ружья. Ну, почти напугали. Нихуя себе озвучка. Ми. Я вытащил нож из своего живота и упал на землю. Ах, искать Мику? Выберите ваш пол. Кунтиан. Конечно же, Тиан. Привет. Меня Алиса зовут. А меня Мико. А я Лена. Пожалуйста, прочитай данный дисклеймер, чтобы ты не был на нас зол. Да... Девочки, что я тут делаю? Внимание! В данном моде присутствует ненормативная лексика, грамматические ошибки. Сразу выключайте мод, если вы не переносите ошибки. И материалы с некоторых модов. Вся информация будет в титрах и описании проекта. Все происходящее на экране — это рассказ выдуманной истории. Также, если вы почувствовали, что ваши чувства были задеты, то знайте, что это всего лишь своего рода шутка и ничего более. Данная модификация несет в себе интересные отсылки сюжета из многих знаменитых аниме. Автор не несет ответственности за ваши действия после прохождения. Депрессия, оскорбление в сторону вашей веры и рвотные массы с кровотечением из глаз. Данной модификации не присутствуют авторские права на музыку. Дорогие летсплейщики, не переживайте по этому поводу. Играйте. Это радует. Это всегда радует. Если вам покажется, что я украл какой-нибудь момент из другого мода, то это не так. Я просто сделал отсылки для тех, кто играл в знаменитые проекты. Удачи, сырнички и сметанники. Неплохо. Ты хочешь послушать данную историю дальше? Решайся, а то нам так грустно без тебя. Ты будешь слушать эту историю? Девочки, я не знаю. Правда. Продолжать слушать девочек, перестать их слушать. А типа перестать их слушать, типа мод закроется? Блять, продолжать. Да. Спасибо. Как же я тебе завидую, что ты увидишь мою любовь. Кого? Моего Ванечку. Он и мой тоже. Девочки, тише, дайте человеку насладиться сном. Алиса подошла ко мне ближе и шепнула на ухо. Слушай, если увидишь этого нытика, то передай ему это. Что еще за нытик? Она мне показала какой-то кулон, который был в форме маленького сердечка. Вещица была салатового цвета. Ладно, мы пошли. Удачи. Нет, девочки, стойте. Я начал к ней подбегать, но они стали куда-то исчезать. Я замахал руками, стараясь как-то поймать их, однако их силуэты давно уже растворились в воздухе. Из глаз потекли слезы. Заплакав, я упал на колени. Нет, пожалуйста. Ну пожалуйста, не уходите. Закрыв ладони глаза, я лег на прохладный песок и зарыдал. Я же так долго искал вас. Наша жизнь состоит из взлетов и падений. Иногда нужно отступить, чтобы подняться. За все время, что я играл в «Бесконечное лето», мой мозг успел познать многое. И теперь, когда я оглядываюсь назад, то вижу совсем другой мир. Иногда мне хочется посмотреть в будущее. Что меня ждет?
Работа, семья, дети. Мне не хочется всего этого. А в жизни мне хочется одного. Это просто целый день смотреть какой-нибудь фильм, мультфильм. Заедать все это дело чипсами и запивать каким-нибудь напитком. Но что бы в моей жизни ни случилось, я всегда помню одно. Нет, два. Первое. Если тебе трудно, то ты все делаешь правильно. Второе. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Алис? А? Что такое, Лен? Почему ты осталась со мной? Алиса прикусила верхнюю губу, положила гитару себе на колени и отпустила голову. Просто... Сейчас найдем. Понимаешь, я очень хочу помочь тебе уехать отсюда. Я улыбнулась и положила голову ей на плечо. Алис, чего? Я начала плакать. Я не сдержала его обещания. Алиса поправила мне волосы и постаралась меня успокоить. Лен, ну ты чего? Все хорошо же. Я быстро приподнялась, замахала руками и накричала на нее. Что хорошего? Вот что, а? Она мило улыбнулась и продолжила. Ну, несмотря что мне осталось жить всего 2 часика, то давай проведем последние минуты жизни с пользой. Я снова села, сложила руки на коленях и отпустила голову. Ничего уже не будет хорошего. Алиса начала смеяться. Ленка, ну ты чего? Умирать это не конец. Подумаешь, какой-то вирус? Да боже упаси. Как же она не понимает, что мы уже все мертвы. Нас не спасти. Никогда. Я подняла голову и посмотрела на Алису. Мне просто не очень хочется умирать, сестренка. Сестренка, все будет хорошо. Ты-то уж точно не умрешь. Ваня, проскулила я. Мы прекрасно понимаем с тобой, что ты его очень любила. Но не забудь, что тебе еще нужно перезахоронить Элизу. Я сдержу твою просьбу, Ваня. Я гладил его волосы, а он спал, словно младенец. Вдруг Ваня что-то начал говорить. Лен, что такое, Ванечка? Пообещай мне, пожалуйста, кое-что. Что именно? Если я умру, то... Нет, ты не умрешь, твердил я ему. Лен, конечно же я не умру, но мне нужно знать, что ты завершишь начатое. Ладно. Что нужно сделать? Что бы со мной ни случилось, ты обязана после моей смерти перезахоронить эту девочку. Но почему именно я? Потому что ты для меня слишком близкий и любимый человек. Кроме тебя, никто мне больше не поможет. По крайней мере, постарайся хотя бы ради своего хомячка, сырничка, что так ждет тебя дома. Хи-хи. А еще он кусает одно мое местечко, когда я его кладу в кармашек. Мы вернемся вместе. Мы купим ему сметанку, а потом у сырничка и сметанки будет маленький сахарочек, улыбнулась я. А что мы будем делать, когда ты не сможешь играть с хомячком? Ведь ты же с ним все время проводишь, играясь. Я наклонил голову и поцеловал его в губы. Надеюсь, ты знал о том, что делал. Взяв шприц, которым было лекарство, я вколол Алисе в плечо препарат, чтобы она не превратилась в зомби. «Ай, больно же!» Алиса сделала кислое лицо. «Хи-хи. Уж прости, терпи». Вздохнув, она снова взяла гитару в руки. «Ну что, пошли перезахороним Элизу?» «Да!» Улыбнулась я и вытерла рукой слезы. И вот я снова просыпаюсь в холодном поту за компьютером. Мне вновь приснился пионер-лагерь «Совенок». Передо мной прямо сейчас экран монитора, где я прохожу мод, который нашел в воркшоп. 2, кажется. Да. Очень хороший мод. Мне попадались и другие моды. Я здесь не просто так. Возвращение в совенок. Булки, кефир и рок-н-ролл. Ну, по-моему, насчет я здесь не просто так и не помню, а вот булки, кефир и рок-н-ролл я, типа, чисто, блядь, постоянно отказывался проходить. Я просто забивал на него хуй. И до сих пор забиваю на него хуй. Никакого желания его смотреть вообще нет. Даже чисто для себя. Итак, почти каждый день. Дом. Колледж. Дом. Бесконечное лето. Сон. Ничего не меняется в моей жизни. Пожалуй, сейчас я поспал всего 2 минуты.
Но головные боли не проходят. Я не сплю уже четверо суток, и все это время проводил в этой новелле. Повлияло ли это произведение на мою жизнь, спросит кто-нибудь. Да, кардинально. Ну, блядь, если ты там 4 дня, блядь, проводишь за бесконечным летом, как вообще можно столько проводить за бесконечным летом? Я, конечно, в свое время тоже дохуя играл, чтобы 4 дня без сна чисто в БЛчик ебашить. Не знаю, меня блевать бы потянуло. У меня чисто бы, блядь, глаза уже устали, блядь. Это ж сколько текста там. Если бы это все размерялось в А4 листах, то это, блядь, там просто такая огромная стопка должна быть. Текстом, блядь, 11 калибре, блядь. Это ж пиздец. Я всегда думаю о Мику. Она мне очень сильно нравится. И в это же время мне приходится признавать, что ее не существует в нашем мире. Прикоснувшись ладони к экрану монитора, я тихо произнес, дабы папа меня не услышал. Как же мне хочется быть с тобой. Ебать, блядь. А, пиздец. Сердце бешено стучало, а из глаз снова покатились слезы. Блядь, ты ж заплакал, ебать, блядь. У меня крыша поехала, или я просто очень сильно люблю 2D персонажа, от которых такие ебанутые берутся. Изо рта шла кровь, а живот был вспорот. Я медленно полз к ближайшей лавочке. Но тело меня явно не слушалось. Руки очень сильно дрожали. Я снова начал разговаривать сам с собой. Вот знаешь, если бы я вдруг оказался в твоем мире, то первым делом записался бы к тебе в клуб. Вдруг в голове заговорил голос Мику. К сожалению, я не знал ее голос, но он был очень похож на русскую озвучку Гермионы из фильма «Гарри Поттер». «Правда-правда?» «Правда», — улыбнулся я. «Конечно, меня можно понять. Долго не сплю, да и мозг мой уже стал воспроизводить сны наяву. Но это хорошо, что он понимает, что он ебанулся в край. А сны замечательные, однако». Я потянулся в кресле, зевнул и пошел посмотреть в окно. «Ладно, с погодой более-менее нормально сегодня. Из носа неожиданно пошла кровь. Боже, с чего это вдруг? Нихуя хорошего это не значит. Нихуя. Я облокотился на ближайшую лавочку. Глубоко вздохнув, я посмотрел на тело Мику, которое лежало напротив меня. Ужаснувшись, я упал с лавки и пополз к ее телу. Из ее головы все так же продолжала идти кровь. Я быстро начал утирать кровь платком. Вдруг послышался голос отца. «Опять не спал?» — сказал он, стоя в дверном проеме моей комнаты. «Не, спал. Просто голова что-то разболелась», — отвечал ему я, показывая окровавленную салфетку. «Отлично. Он не заметил, что снова не сплю. Мне пришлось ему соврать, так как он считал, что я стал слишком мало спать». «Опять свою Мику играешь?» — засмеялся отец. «Пап, Мику — это 2D-девушка. Ладно, закроешь за мной?» Покончив с галстуком, он направился в коридор. «Мне не на шутку стало не по себе». Вдруг мои ноги подкосились, я схватился за подоконник, чтобы не упасть. Арх! Вдруг меня ударяет очередная вспышка света, и я оказываюсь в каком-то странном месте. Слева и справа стояли небольшие домики. По-видимому, жилища местных жителей. Стоп! Какого хрена? Я только начал делать шаг, но резко вернулся в свою комнату. Из коридора отец крикнул. «Вань, и кстати не опаздывай! Жду тебя сегодня на паре!» Я застонал. «Господи, что это было? Ну, пап, мне и так плохо, а ты меня на пару гонишь?» Я быстро кое-как приподнялся. «Не нужно сейчас срочно спать ложиться, иначе мне точно совсем скоро будет кирдык». Мой отец вел у нас на курсе уроки истории и обществознания. Учился я на экономиста. Я пошел закрывать дверь за отцом. К этому времени он уже вышел на лестничную площадку. Собрав себе силы, я громко сказал ему вслед. «Пап! Мне и правда очень плохо». Он спешно вернулся в мое поле зрения. Поправил галстук, сердито на меня посмотрел и сказал. «Ладно, оставайся тогда дома. Ты и правда очень бледный сегодня». Закрыв за ним дверь, я отправился на кровать. Я схватил ее за руку и сквозь слезы говорил. «Ми». Пионер подошел ко мне ближе, а в глазах уже начинало темнеть. «Эй, парниша, не умирай! Рано еще!»
Он начал ехидно улыбаться. Моя рука продолжала крепко держать руку Мику. Спасу тебя. Пионер присел на корточки, провел ножом по моей рубашке и шепотом произнес: «Слышишь этот плач, да?» Я медленно кивнул. «Вот», — протянул он. «Это Элиза, парень». «Развеял?» «Чё он развеял?» «А, развел руками, понял». «Прости», — говорю я Мику, стоная от боли. Ладно. Закатив глаза, в голове мелькнула мысль. «Что же это было тогда?» Как так получилось, что мое тело на полминуты попало в совенок? Готов поклясться, что видел те домики, чувствовал ласковый легкий ветерок и слышал эту трель сверчков. Знаешь, хоть ты сейчас и умрешь, но мне очень жаль, что ты так и не увиделся с ней. И глупый ты, конечно. Пионер почесал свой затылок. Слушай, а ты долго знал ту девчонку? Кивнул в сторону Мику. «Ну ты чего молчишь? Знал я?» Пнув ее тело, позже понял, что парень был уже мертв. «Эх, очень жаль, что Элиза попросила убить такого хорошего парня». Повернувшись на правый бок, я открыл глаза и посмотрел в экран монитора. Окно игры, а в нем Мико. Не так грустно без тебя. Закрыв глаза, мое тело начало входить в состояние сна. Правда, когда только начал проваливаться в сон, вскоре услышал, что кто-то звонит в дверь. Это папа вернулся, наверное. Я потер глаза, а потом направился к двери. Чего? Серьезно, что ли? За дверью стояла Лена, которая была одета в странное платье. Через порог было слышно, как она плакала. «Ну как так получилось, что она в моем мире?» «Ты же помнишь свою смерть, дорогой? Ты ведь помнишь?» «Не-не-не-не-не, не может этого быть!» Я дал себе пощечину, ибо думал, что это просто сон. Я медленно отходил от двери, обратно в комнату, и вдруг... Она прошла сквозь дверь и начала говорить странные слова. «Куда ты ушел? Давай вернемся обратно, милый. Обратно. Обратно, милый. Обратно, милый. Куда обратно? Лем, прошу, пожалуйста, оставь меня в покое». Мне было жутко не по себе, когда я наблюдал, как она прошла сквозь дверь. «Давай поиграем. Я расскажу тебе сказку, как меня похоронил заживо отец». Я быстро подбежал к компьютерному столу, взял стул и пригрозил ей. «Если же сейчас же ты не исчезнешь, то кину в тебя стул». «Но она же призрак. Как я собираюсь нанести ей вред?» «Да и вообще, вдруг она тут ради того, чтобы забрать меня в совенок?» «Блин, очень сложно». Аккуратно положил стул обратно, я жестикулировал в ее сторону и медленно говорил: «Лен, все, я стул положил, только не делай ничего плохого». Из-за спины послышался голос на неизвестном мне языке. «Проснись там, где можешь исправить свою судьбу». Вдруг меня ударила вспышка света. Я проснулся на какой-то дороге. «Лена!» — крикнул я настолько громко, что даже самому стало страшно. «Стоп! Где я?» Встав с дороги и отряхнувшись, я моментально начал всматриваться вдаль, но из-за тумана ничего не было видно. Почему тут все в тумане? Голова болела, как будто голова сейчас взорвется. Еще сильнее прищурившись, все равно ничего не мог разглядеть. Даже ног собственных из-за тумана не было видно. Блин, куда это меня занесло? Боже. Схватившись за сердце, я еле-еле отдышался. Повернувшись назад, в глаза бросился знакомый мне автобус. Это был Икарус. Меня сковал ужас. «Икарус?» Вдруг послышались голоса мужчин, которые доносились где-то недалеко от моего местоположения. «Вы уверены, что способны похоронить свою дочь заживо?» С автобусом появились две тени, которые между собой вели разговор. «Если это как-то спасет нашу деревню от смертей, то скорее всего да». Они продолжали разговаривать, а мое присутствие будто игнорировали.
Не видя, во что они были одеты, мог приметить только очертания столь странных шляп, носимых на их головах. Первый мужчина снял свою шляпу и посмотрел на часы. «Ваша дочь, наверное, знает данный план». «Нет, я ей ничего не говорил». Второй мужчина опустил голову вниз и начал пускать слезы. «Вы же понимаете, что данный план не убьет вашу дочь. Мы хотим, чтобы умерла ведьма, а не она». «Я понимаю». Ладонью, или быть вернее рукавом, он вытер свое лицо и продолжил. «А если... что если моя Лиза тоже умрет?» Первый мужчина развел руками. Развел. «Так чего вы боитесь? Я не понимаю. Мы будем хранить сущность ведьмы. Спустя 5 минут мы откроем крышку гроба и вытащим вашу дочь. Я прочитаю заклинание, которое еще передал мне мой дедушка. Оно очень сильное. Поверьте, пока ваша дочь еще маленькая, она не такая сильная. Главное не дать ей влюбиться самой, либо весь мир будет обречен на проклятие. А ее принц будет обречен на вечную петлю времени. Лишь любовь, что создает точку возврата, ему поможет во многом. Это точно будет.